Добро пожаловать! Будете проходить мимо? Проходите дальше. Всего-то нас от миллиона посетили. Пустяки. Пакет чеки. Газ. Столько лет тревог. Ты газ не поменял. Я не знал, что я не знал, когда он закончится. Будет легко. Нас зовут в окопы. Скоро третий звонок. Врет. И там в линзу, знаешь. Только мы от него уже далеко. Пожалуйста, перед тем, как будем кушать, не забывайте, что сегодня был месседж о посте. А пост – это хорошее знаешь, дело. Я тебе скажу, стол не ломится мясом. Салатики. Мы теперь мясо не будем. У нас пост. Лариса, не трогай его. Обойдется он. Хлеб и сухарики. Вот, салатик. Можно я положу салатик? Улетел, да. Он еще не рисман, но я так и написал, что... Он говорит, по Юрицу номер один. Дайте. Надо сказать, уже купили. Уже собралась. Вот. Посмотрел, как миссионеры живут. Хорошо живут. Очень тяжело. 15-20 лет. А площадь на семью и двоих детей. Как вот это Данин Рум, ага. И там они живут, это включает там туалет есть, шаур есть, комната. И там драка, и вот, и поэтому просто пошла большая, как называется? Я могу сюда. Это мафия. Вот это жарко, что называется мафия, а вот то жарко. Мажерба. А вот это? Нет, я такой не купил. Я попробовал, но не пошло. Это сигара. Туда нужно спать это надо, да? Ты давай, а что ты? Задолбим. Давай сюда, Ларис. Ой, началось. Ну что? Никогда не видно. Давай пьем. Мира. Ты что, должны все курить из меня? На YouTube, пожалуйста. Трубочка, она по трубочке стекает туда до дна. Юрка, а ты что смотришь? Ты поставь это блюдечко, там дырка снизу. Волосатый фрукт. С киви, наверное. Подожди, тебе скажи, кому оно хорошо пользует, кому оно помогает? Неси. На YouTube узнаешь. Какой сахар сидишь? Не порт чай. Не сестра, прекрати. Налей нормального чаю. Не налить. Я тоже подумал, ливануть туда. Разбавить. Косточку не трогай. Она там сидит на месте, куда надо. Ну ты его можешь трогать, но не засовывай. Горячий там. Я летел. Рома. Блестящие, значит, питание правильное, хорошее, сбалансированное. Помыли, можно сказать, сочный, хороший трафик. Да, конечно, помыли шампунью. Причиная меня по медицине здесь никто не был. А что я распинаюсь? Блин, это уровень не тот. Не надо мне. Дамы!